В Твери благодаря инициативной группе депутатов городской думы и неравнодушного предпринимателя ремонтируют крышу детского сада номер 74. Повреждения кровли были такими сильными, что вода просачивалась аж до первого этажа. Подробности у нашего корреспондента. Крыша в дошкольном учреждении периодически протекала уже давно. Ее латали то в одном, то в другом месте, однако этого хватало ненадолго. А в этом году из-за обильного снегопада вода просочилась со второго до первого этажа. Протекло где-то только мы не ожидали. Комиссия ходила, смотрела, но наша обслуживающая организация ничего утешительного нам не дали в ответ. Стоял вопрос о том, что вообще переселить детей в другие помещения, то есть в группу, из спальни в группу, что и нарушает даже наш учебный процесс. Помочь детскому саду вызвалась инициативная группа депутатов Тверской городской думы Дмитрий Нечаев и Илья Холодов. Они нашли специалистов для проведения ремонта. Им стал неравнодушный предприниматель Анатолий Брыскин. Он за свой счет взялся отремонтировать крышу дошкольного учреждения. Кровля была в удовлетворительном состоянии. Примыкания все в трещинах, материал плоскости был с повреждениями. Производим капитальный ремонт кровли путем наплавления сверху по старой кровле качественного, толстого, достойного материала по всей площади кровли и примыкания. Как отметил депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев, социально ответственный бизнес – это важный индикатор человечности в современном обществе. Это очень здорово, что вот люди продолжают традиции меценатства, благотворительности. Очень здорово, что находятся такие люди, которые с сочувствием относятся к этим проблемам и оперативно, и я замечу, очень качественно решают вот те проблемы, которые сегодня встали перед этим дошкольным учебным образовательным заведением. К слову, в этом году по региональной программе в 10 садах Тверской области пройдут ремонтные работы. Ведь поддержка образовательных учреждений в надлежащем состоянии – задача всех уровней власти. Этому вопросу традиционно большое внимание уделяет председатель постоянного комитета по вопросам местного самоуправления и регламенту городской думы Илья Холодов. Под непосредственным участием губернатора Игоря Рудени большие работы предстоят именно по безопасности и улучшению материальной и технической базы наших дошкольных детских образовательных учреждений и школ. Очень большие средства выделяются. Я думаю, что мы в сентябре увидим такой хороший результат. Ремонту крыши рады воспитатели, родители детей не пришлось переселять в другие группы и закрывать детский сад на время ремонта кровли.